мы жили в доме, девочки отдельно, мальчики отдельно, и я жила в комнате по 2 человека. Уроки были запланированы, то есть у нас была какая-то определенная программа у всех. Один раз я очень сильно потерялась в Лос-Анджелесе, поэтому лучше не теряться. И как ты нашла выход? Привет, Яна. Здравствуйте. Какие у тебя были условия проживания? Мы жили в доме, девочки отдельно, мальчики отдельно, и я жила в комнате по 2 человека. По 2 человека. У вас душ? У нас был душ, один на 2 душевые кабинки на один этаж. Чем вас кормили? В основном это был фастфуд, но у нас были стойки с салатами, но в принципе фастфуда было больше всего. И на ужин, если мы ездили на какой-то шопинг или в какие-то парки, то нас чаще всего кормили фастфудом, там Макдональдс, Subway. Не сильно поправилась? Нет, наоборот. Наоборот. А фрукты, овощи, то есть все было да, в рационе? Были. Скажи, пожалуйста, что вы делали после занятий? У вас первая половина дня был английский, да? До скольки? До 12? Он у нас начинался в 8, заканчивался примерно в 12. И после него у нас в основном был обед, а потом у нас было либо свободное время, либо какие-то аттракционы, шопинг, разные. А какой совет ты можешь дать участникам, которые планируют поехать? Наверное, не стесняться, потому что там в основном чаще всего эти спрашивают какие-то вопросы, и даже если не понял, надо переспросить пару раз, чтобы понять. Потому что я лично не очень стеснялась переспрашивать, а потом я как-то сама пришла к такому выводу. И, наверное, это не теряться и не думать, что если сейчас я пойду туда, то ничего не случится, потому что один раз я очень сильно потерялась в Лос-Анджелесе. Поэтому лучше не теряться. И как ты нашла выход из ситуации? Я была не одна, я была с своей подругой, и я просто спросила прохожих. Ну, в принципе, просто показывали, куда идти, и мы, в принципе, пришли, но мы очень опоздали. Анна, спасибо тебе большое. До новых встреч. Да, спасибо.